У всех нас есть подсознательный страх перед диким зверем, а потому неудивительно, что жители бросали в волка камнями и палками, а также кричали на него и убегали. Однако нашелся все-таки кто-то один, позвонивший в организацию по защите животных. Специально обученные сотрудники тут же приехали по вызову и без труда смогли изловить волка, так как последний был очень загнан, обессилен и болен. Когда Серого привезли на обследование к врачам-ветеринарам, выяснилось, что не все так просто. Дело в том, что Кастиэль, именно так назвали найденыша, не был волком в классическом смысле этого слова. Он являлся так называемым волкособом, редким гибридом по... редким гибридом, помесью обычной домашней собаки и дикого лесного зверя. Из-за этого у местной волонтерской организации, которая занималась обустройством быта и заботой о Кастиэле, появилось несколько проблем, самой главной из которых был запрет на содержание таких животных в приюте. Все дело в том, что волкособы относятся к диким животным, они могут подпустить к себе людей. Тут играет роль генетическая память собаки. Однако полностью одомашнить их попросту невозможно. Такие особи должны жить в лесу, а здесь уже сказывается волчья сторона породы. Ситуация становилась критической, начались разговоры о необходимости усыпить Кастиэля. Однако в конце концов нашему герою повезло. Один из заповедников согласился принять его к себе. Но пока что Волкособ не был готов к переезду, ведь ему необходимо было поправить как чисто физическое, так и, что гораздо важнее, душевное здоровье. Волонтеры занялись выхаживанием животного, и некоторое время спустя Кастиэль заметно оживился и похорошел. Тогда его и перевезли в заповедник. Казалось бы, все налаживается, но и тут возникли новые проблемы. Дело в том, что наш герой долгое время пробыл в одиночестве, а волки – это стайные животные. К тому же он немало контактировал с людьми, что также являлось значительной преградой для вливания в коллектив собратьев. Поэтому некоторое время Костель находился в сторонке ото всех и привыкал к новым условиям. Тогда же Волкособ проявил себя как романтическая натура. Он обожал часами просто лежать и любоваться природой, смотреть на лес и на небо. Однако время шло, а зверь, в которого было вложено столько сил и времени, никак не мог найти общего языка с собратьями. Ситуация начинала заходить в тупик. Тогда в руководстве заповедника решили, что социализировать Костеля можно с помощью любви. К нашему герою подселили самку волкособа по имени Тенали. Она была очень молодой и энергичной, но в то же время ласковой и заботливой. Было заметно, что Костель смущен и озадачен. Впрочем, некоторое время спустя животные подружились и уже ни на шаг не отходили друг от друга. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.